там получше квесты были. Надо в институте. Только левел не позволяет. С 10-го. И то. 10-го только с 20-го. Да. Это варгримар идти или... Что теперь? Что ты хочешь? Что он хочет? Поговорите с ним. Ну, то. Ставьте. Вы же вроде на перекрестке кого нет. Это на перекрестке было, на выходе раньше себя дал. Надеюсь, ты не с дурными вестями. Этого не надо. Не хочу туда идти. Зачем у меня КВ автоматически берутся? Только читаешь, уже выписались. Е, чё это на меня сорвался, козёл? Хотят это продать уже. Даже на бесиках щит. Ты знаешь, дым вейпера. Чего? Вот дым вейпера, коленчика. Назови своего питомца как-то. А их же, по-моему, нельзя этих называть. Так можешь переименовать их. Этих? Да вроде да. Этих нельзя. Да? Ну ладно. Пусть дом убьет. Добби. Что делать? Как цветы собирать. И где я их соберу? Я их не вижу даже. А вот нашел. Что, дальше решил побежать? Ну да. Возможно, да. Я тоже побегу. Где? Куча всякого шлака не выкинул. Мне тут бесит лишь то, что КВС отменил. Как это? Остается вечер. Я отрекшийся. Что меня атакует? Ой, мрази, мрази. Все меня атакуют. Помог. Ну я тебе щит кинул. Ивенты начались. Что такое? Веч. Ну ладно, давай. Извини, я тебя запомню. Тех смысла вообще брать нету. А куда ты бежишь? Говори быстрее. Даже на него мог. А, я ж не могу обучиться бегу. О чем ты спросишь свою смерть? Чтобы доказательство верности это принять, потом отменить. Слишком далеко. Говори быстрее. Оп, побежали. Что ты там застрял? Что тебе надо? И еще. Зерно и хлеб. А что ты обучаешь? Надеюсь, обучи ты меня. Не с дурными. Ага. Ты не с дурными. А ты кто? Храни тебя, Тейк. Не достаю.
Надеюсь, ты не с дурными вестями. У меня мало времени. Опа, на КВ. Нищий смерти. Привет. Говори быстрее. И сдать вот. Ну, откуда у меня 7 голды? За что? Мне тоже все. А, наверное, за время, проведенное в игре. А можно глянуть, где она дала 7 голды? Когда она дала, если она напишет. Да, вот получено 7 золотых. За задание, поклонение. А, это вот то, солнце ворот это. Да. Куда мы идем? Да, идем. У меня карта багнулась, я теперь не могу на ней ничего глянуть. Ну, у нас все сверху находится. Снизу только перстень Алого Ордена. Куда идти? Пошли наверх. Исцелите стража. Начнем с этого говна. Я хилить не умею. Так это задание, там никто не надо же просто хилить обилками. Блин, это ж... А, не, я думал, это склеп. А вот тварь уже мог что-то сделать. Есть? Это где он? Он должен стоять. Кто? Страж. А? Вот здесь должен стоять. Закрываю. Его убивать надо? А я же знаю. Давай что-то сделаем. Но он не нужен как бы. А он и не бьется, блядь. Смотри, ну этот дебил начал бить. Ну пошел. Пошел он нахуй, он забрал наших крипов. А вот страж смерти какой-то. Вот, исцелить надо. Попробую его схилить своей дочкой. Эй, исцелить, а не убить. Чего пиздишь, блядь? А что я... Что я не то делаю? А что я себя хилю? Я же не могу пока, да, другие хилить? Не хилят, сука. Ну тогда давай убьем. Так обычно его убить нельзя. Так обычно же защиту типа убил чмыря, значит исцелил или помог, видишь? Заебись, исцелили. Брат, давай я тебя исцелю. Ты красивый книжник. Нихуя не засчитала, падла. Да, давай другого, мне засчитало. Чё, блядь? А у меня квеста, может, этого нету? Что это за... А, блудный лич? Нет. Да, есть. Не блудный лич. Да это он, это он. Да что это за квест, блядь? А не, это не то, подожди. А, это вообще мой персональный. Пофиг, пошли выше. Залупа, блядь. Не, не залупа, я Кацура. Где она? Надо. А вот я вижу. Грабители могил надо делать. Прикрой меня. Ага, хрен стал. Я ж могу добавки дать, а я туплю. Умри. Моё! Ткань. О, хоть что-то забрал. А я могу его восхитить? Чисто так. Нет. Маны на исходе. У меня мана закончилась, так что все. Да ты тварь, ты понял? Да ты сука. Я сейчас тоже шифтом буду, блин, пользоваться. Да тварь тоже надо. Каким шифтом? У меня шифтом не забирает. Ну вот все забираешь. Но у меня не забирает. Меня сбили с ног. Так нечестно.